Больше парковочных мест. В Магнитогорске приступили к реконструкции второстепенной дороги за остановкой Завинягина. Ход работ сегодня проинспектировал глава города Сергей Берников. Ранее здесь постоянно возникали заторы, так много было желающих оставить машину. Теперь места должно хватить всем, сообщил мэр. Уберут реверсивное движение, появится новый заезд проспекта Карла Маркса. Завершить работы планируют до сентября. Вообще надо не под углом сделать, а под 90. Он будет и выездом. Не надо его делать угловым, да. Надо прямоуглым, под прямым углом въезд, сделать. Выезд, это расширит возможности и этих. То есть это дополнительные возможности всем. А вот с ларьками, находящимися на остановке, придется попрощаться. Киоски уберут. Для предпринимателей выделили другие места. К слову, обсудили чиновники и наболевшую проблему со стихийным рынком, который расположен поблизости. Здесь планируется оборудовать дополнительные ряды, чтобы пенсионерам не приходилось торговать овощами с земли.